Верховная Рада на внеочередной сессии рассмотрела вопрос повышения размера минимальной заработной платы до 5000 гривен. За проголосовали 295 нардепов. Напомним, первым вопросом депутатов рассмотрели законопроект президента номер 3963, которым предполагается повысить размер минимальной заработной платы и установить ее с 1 сентября 5000 гривен в месяц. Сейчас в бюджете прописано 4723. В то же время с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работников первого тарифного разряда и единой тарифной сетки, разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы и минимальной зарплаты увеличить расход на повышение размера должностного оклада работника первого тарифа разряда ЕТС. Его размер составляет 2225 гривен. Повышение составит 5,8%. Дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС будут обеспечивать благодаря экономике расходов по бюджетной программе обслуживания государственного долга. Эта сумма составила 35 миллиардов гривен. Она возникла в связи с отклонением фактического курса национальной валюты относительно иностранных валют по сравнению с прогнозным курсом. Как известно, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год относительно увеличения размера минимальной заработной платы до 5000 гривен уже с 1 сентября.